Ну, ничего там. Пока не закрывать будет. Петька, оу. Дай документ. Документы? И фотография есть? Подожди, документы тебе дам. А, да. Да. Какое свидетельство о рождении, брак? Да. Да, да, свидетельство о рождении и брак. Самое главное. Учеба и это. Что это у тебя? Оригинал. Да. Он за этот ТБшник не дал. У него не пел, был железный. Я не просто подпись. А чего так один навернул? Нет у него. Че нет? Терки. А че, если помпу чёрить, вообще время пролетит быстро. Пучёрить. С 6 начинаем до 3. До пол. До пол третьего? Да ну ты же вообще лафа. Ё-моё. 20, да, короче, пробки ты, минуем. Ты вот что мне расскажи, ты как что? Это так? Ты потом нарежешь, да? Да, нарежу. Меня не надо. Так, ты только один там будешь кого-то работать. Я стеснитель. Алло, алло, Ирки Химдеро. Давай.
описание вот туда садится. Описание вот туда. Можешь подойти и посмотреть, правильно, нет? Не, пин вот так сувать или вот так сувать? Как правильно? Конечно, из 20. Вот так правильно? Да. А вот сюда не надо вовнутрь. Да, правильно. Да? Мне просто так получилось это раз. Не, а там это же. Выбивают пины потом в 20. Ну так правильно, вот. Все понял. А ну я сомневаться начал, правильно? Думаю, спрошу у тебя. И не надо сувать. А где они? 2-1-2. 15-45-55.
Ребят, сегодня по плану нужно собрать один ряд вот так вот весь. Один ряд. И домой. Ну, если даже мы не успеем собрать, то в 2:40 уже собираться будем. И за такую работу сегодня заплатят мне 250 тысяч. Это вместе с дорогой. Ну, на дорогу там уйдет у меня 1015 на бензин. Вот. Такая работа. Всем попросили меня выйти. Хорошие ребята. Ну, знакомые, друзья. Вот так вот один ряд запучуем. Я вот уже начал за 2-1,5 часа отсюда начал. И вот так пошел. Вон там все обошел. Вот оттуда начал. И я сейчас вот дойду вот до этого конца у меня. Ну и сколько? Не знаю, часов, может, 12 час закончу. Там уже идут другие ребята. Навстречу вот. Колонну уже вот все собрали. А в понедельник уже будем делать деревяшки. Ну, они будут, я, наверное, не выйду. Но свои дела есть. Ребят, смотрите, видите, вот этот шов не сходится вон с тем. Вот, надо пойти сейчас быстренько спросить, чтобы потом вот это не переделывать. Почему так получилось? Видимо, вот эту наружную не рассчитали. Видите, вот она должна быть вот здесь шов. Вот так вот содержать камеру. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сейчас пойдем спросим.아이고 어떻게 어디 그 어? 상신 안 맞아. 어? 어 상관없어요. 상관없어요. 여기 부스까지 붙여놔. 아 저기까지? 거기 가서 맞춰요. 거기 가서. 아 네네네. 그때 가서 맞춘대요. 예 알겠습니다. 야 바깥에 이렇게 막 붙이던 품이 늘어나 바깥에. 아 안에대로 붙이면 돼. 약간 왔다 갔다 이렇게. 아 예 알겠습니다. все уточнили, дальше работаем.
Ребят, в общем, обед. Очень жарко. Не думал, что так еще жарко будет. Вообще засада. Уже месяц сентябрь, начало сентября. Очень жарко. До обеда еле отработал. И осталось еще несколько часов. И, наверное, еще возьму 2 недели выходных, потому что здоровье дороже всего. Я уже свое время отработал на жаре. И вот так вот вечером покажу, сколько я установил вот эту опаловку для бетона. И мне заплатят за такую работу 250 тысяч. Че, пойду покушаю, ребят. Что нам принесли? Четыре, вот две. Говяжий бульон, осьминоги. Покушаем давайте. Ребят, что, пообедали? И смотрите, как мне повезло. Сейчас вот тупому начну пучевать. Сейчас покажу. И вот видите, холодочек идет. Вот сейчас мне надо запучевать быстренько несколько штук, и будет холодок. Ну что, погнали, ребят, быстренько с вами вместе.
Ребята, остался вот этот угол доделать. И вот мой объем какой. Оттуда начиная, вы видели, да, оттуда вот шел. И вот этот угол добиваю, и на сегодня все. Время уже подходит домой, надо этот угол доделать, постараться успеть. Вот здесь, видите, вот надо обрезать вот здесь вот такую штуку, синтеропаль называется. Ну, по-русски пенопласт, наверное, пенопласт или как там, пропилен. Сейчас отрежем, вставим и запучуем. И сюда будет заливаться бетон. Вот сюда вот бетон заливается, и все. В общем, ребят, сейчас я быстренько здесь дособираю. Угол уже сделал, видите, как засунул. Осталась одна пома, и будем собираться домой, уже время подходит. Ребят, в общем, время 2:30, едем домой. Вот смотрите, я отсюда начал. Вот отсюда дошел. Эту сторону дошел. Потом на ту сторону идемте. Оттуда начал. Там закончил, и вот так. Вон до той стены лестницы дошел. Ну, вот такой объем, ребят, у меня сегодня. Че, ребят, все, собираемся домой, сказали. О! Поработал на славу. Все уже ушли. Переодеваемся и поедем. Дома где-то буду. Сейчас 3:30. 3:45 дома буду. А время еще без 23 нету. Ничего. Половина ровно. Ничего. А? Ничего. А, да? Не, я просто... Не слушай, нахуй, не хуй. Да? Я вот этот мешок поставлю, да? Да. Во время ты не заметил. Да, ну нафиг, я вот так вот скажу. Они були, вот эти. А вот здесь? Не нам надо купить. Да я машину хочу взять попить по дороге. Да, сюда, новый мешок взял, пойдем. Давай, хорошо, да, я.
Это голова маленькая. А? Я машину поставлю, ладно? Да. Слава, что ты их утром не взял двоих? Да вон. Саша, Федя Ворон. А, этот. Федя Ворон? А, не-не-не. Пензиан, пожалуйста. А на Слава Пунель кинул, а ты? Чигым? Давайте где-то отправлю. Да, отправь мне сейчас. В машину пойду отправлю. Да, отправь попу. Я сейчас сяду в машину отправлю. О, они 250 и 10% минут, да? Не-не-не. А чистили 250. Чистили 250. 40 за бензин и 250. Это не было, я вынтажен, я. А, да, чигым чольгольки тот ее. Чольгин мальго, чольгин. Пин. Все, ребят, сейчас денежку дадут, 250 тысяч, и окей, нормально. Ну все, ребята, такая работа была. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Пока.